Сегодня в городе Чедрлунга проходят частичные выборы в Народное собрание Гагаузии. За мандат депутата борются два конкурента. Выборы будут считаться действительными, если проголосуют 33% от числа избирателей. Избирательные участки под номерами 12 и 13, расположенные, соответственно, в гимназии номер 6 и АО ДОСТ, работали с 7 утра до 9 часов вечера. В соответствии со списками, утвержденными Центральной избирательной комиссией, к урнам должны были прийти 3354 избирателя. Однако на 10 часов утра результаты показали низкий уровень явки избирателей. Такая тенденция сохранилась и к 12 часам дня. Председатели избирательных участков отметили плохую информированность населения. На сегодняшний час проголосовало 84 избирателя, в том числе 9 по дополнительным спискам. Это составляет 5% из общего списка. Явка низкая, очень даже. Должно быть процентов 12, наверное, чтобы наверстать, да, чтобы уложиться на 1/3. Для того, чтобы выборы состоялись, должно прийти 602 человека, потому что у нас на избирательном участке всего 1825 человек зарегистрировано. На данный момент проголосовало 144 человека. Плохо информировали избирателей о выборах и о кандидатах в выборы. Если взять по итогам полностью по этим двум участкам, значит, проголосовало по основному списку 201, общему по дополнительному 27 и всего 228 избирателей. Общий процент составляет 6,8. Я предполагаю, что, возможно, слабая была агитационная работа со стороны конкурентов. Многие горожане шли на выборы, чтобы просто выполнить свой гражданский долг. У них не было достаточной информации о самих кандидатах. Они надеялись получить информацию непосредственно на избирательном участке. Я вам хочу сказать, что даже не знаю имена этих людей. Прочту, узнаю, спрошу, а потом сделаю вывод. Избиратели, пришедшие на голосование, выбирали по принципу «голосуем за своих». Другие пользовались методом исключения неугодных. А для остальных главным критерием был человеческий фактор. Чтобы помогали нам, хоть немножко помогали. Выбираем, но не помогает, никто не помогает нам. Скажите, по какому признаку вы будете сейчас выбирать? Ну, наверное, человеческие качества. Что вы ожидаете вообще от депутата Народного собрания? Да, в принципе, ничего хорошего. Во время этих выборов на участках появлялись и такие горожане, которые приходили на участок, но отказывались сделать свой выбор. После закрытия участка вся информация о ходе голосования поступила в избирательный штаб. К 11 часам вечера уже стали известны предварительные результаты голосования. Частичный выбор в Народное собрание, имевший место сегодня 4 июля 2010 года, показали, что по участку номер 12 Топчу, то есть Губогла Ольга набрала 408 голосов, Топчу Юрий 38. По участку номер 13 Губогла Ольга 356, Топчу Юрий 75. В процентном отношении, значит, 25,4% избирателей прибыли на избирательный пункт. Депутаты в законодательный орган Гагаузии избирались на срок до окончания действия мандатов депутатов нынешнего созыва. Однако 4 июля избиратели 5 округа в городе Чедрлунга не смогли избрать своего депутата в Народное собрание. Для его избрания не хватило примерно 220 голосов.